О, сгоревший жесткий диск, это мой, наверное. Тапайся. Я хочу выспаться. Я сегодня с этим компьютером реально упарился. Сегодня высплюсь. Вашими молитвами, Фокси. Что с компом? SSD-шник полетел. SSD-шник, два SSD-шника были соединены в RAID. И на этот раздел был установлен Windows. Так как один из SSD-шников полетел, винда слетела. Поэтому, в общем, с компом примерно вот так вот. Как же SSD мог умереть от HyperPC? А, типа, они что, какие-то особенные SSD, что ли, выпускают? Тут прикол в том, что если SSD постоянно занят 24 часа на 7, то он не такой долговечный.